Весна полна культурными событиями. Традиционно для этой поры 30 апреля прошел 5-й по счету турнир ансамблей бальных танцев. Он собрал около 500 участников от 7 до 60 лет. Из Асбеста, Верхней Пышмы, Челябинска, Нижнего Тагила, Невьянска, Екатеринбурга, Каменско-Уральского, Верхней Салды, Красноуфимска, Перми, Озерска, Кушвы, Октябрьского. Своим мастерством они покорили зрителей и жюри, а их костюмы напомнили весенние цветы. Сегодня рекордное количество, 22 коллектива, 16 городов. В пятый раз мы проводим замечательный конкурс. У нас замечательные талантливые дети. У нас замечательные талантливые наставники. У нас великолепный культурный город. Традиционно турнир ансамблей бальных танцев длился в течение всего дня. Коллективы радушно принимал концертно-спортивный комплекс. Участники представили на суд жюри самые лучшие номера, показали все свое великолепие и мастерство. Участники традиционно, конечно, все сильные. То есть конкурс у нас наполняется все большим и большим количеством участников. С каждым годом больше коллективов, и это очень радует. То есть это говорит о том, что наш конкурс, он популярен в регионе, не только в нашем регионе, но и в соседних регионах. И участники с удовольствием, коллективы с удовольствием к нам едут, чтобы показать свое мастерство. Плюс ко всему, у нас всегда очень сильный состав жюри. Это тоже очень важно. То есть ребята, конечно, имеют возможность показать свое мастерство перед очень профессиональными людьми в мире бального спорта. Когда первый этап конкурса позади, за стенами судейского кабинета начинаются бурные обсуждения и жаркие споры. В этом году членами жюри стали уважаемые люди танцевального мира. Светлана Кульбеда, судья высшей категории, тренер танцевально-спортивного клуба и чемпионов мира, команды Formation Duet города Пермь. Константин Новиков, декан кафедры педагогики хореографии Челябинского государственного института культуры. Екатерина Троенко, специалист по хореографическому жанру Свердловского государственного областного дворца народного творчества, организатор танцевальных фестивалей и конкурсов, город Екатеринбург. И Алексей Долбилин, заместитель директора Дома культуры Новоуральский, член президента Президиума Федерации танцевального спорта Свердловской области. Председателем выступила судья высшей и международной категории, заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель танцевального центра «Аист» город Екатеринбург Ольга Суфидянова. Судьям всегда очень тяжело сделать свой выбор, и пока они принимают решение, у команд есть возможность передохнуть. Что судим, что нам понравилось, возрос очень уровень, культурный уровень номеров, костюмов, подбора музыки. В этом году приехали с новыми мозгами, с новыми идеями, подготовленные. Ну, спасибо педагогам, что развиваются, и дети молодцы, и все проникаются вот этим состоянием. Оно так, единение здесь за кулисами есть, и есть там, и оно со зрителями все соединяется воедино. А нам вот кто-то из девочек вроде дебют и сказали, что даже судьи плакали на номере. Это правда? Так, ну, я, честно говоря, тоже там старшенькие выдали, мне понравилось, да, слеза немножко тоже пробилась. Отличный фестиваль, уже не первый раз мы приезжаем. Впервые приехали в прошлом году, были в восторге, нам очень понравилось и гостеприимство, и город ваш Новоуральск прекрасный, так похож на наш Озерск, такой же уютный, хороший, нам здесь понравилось. И мы ждали, чтобы снова была возможность к вам приехать, поэтому мы с большим удовольствием. Наши ребята, наш коллектив, они тоже очень
наполнились большими впечатлениями, поэтому для нас большая радость приехать снова и поучаствовать, посмотреть на другие коллективы, очень красивые. Площадка отличная, очень комфортная. Прекрасная площадка. Хороший свет. Очень хорошая организация, да. Нам очень все понравилось. И все больше и больше коллективов приезжает, и это прекрасно. Очень хорошие коллективы, очень интересные номера. Нам очень приятно танцевать среди таких хороших коллективов. Мы второй год работаем на площадке Новоуральска. Показывает высокий уровень именно подготовки, организации конкурса. Это есть возможность, особенно для нас, для людей, которые любительски занимаются спортивными бальными танцами, выйти на красивую, качественную площадку. За это огромное спасибо. У нас нет возможности ездить в столицу и в другие большие города. Здесь организация конкурса не уступает по уровню с большими крупными масштабными мероприятиями. Коллективы собрались на арене. 22 ансамбля соревновались в течение всего дня, отдавая себя танцу без остатка. Несмотря на то, что соревнования имеют достаточно изматывающий режим, в ожидании результата за сценой царил позитив. Ой, нам безумно все понравилось. Коллективы все настолько талантливые, невероятные, яркие, потрясающие, зажигательные, что смотришь и понимаешь, как приятно соперничать с такими достойными соперниками. Самое главное, здесь все профессионалы, и мы соревнуемся только среди своих, получается. У нас нет никого лишнего, и мы постоянно находимся в огромной конкуренции, и нам на самом деле очень приятно, что наш коллектив может на таком уровне выступать со всеми остальными. Да, и на таком высоком уровне соперничать и, надеемся, занимать достойные места. Ну, как вам здесь площадка вообще? Да, очень хорошая. Хорошо. Да, тут очень много места. Угу. Как вам зрители? Да, все очень хорошо поддерживали. А как вообще настроение? Отличное. Да. Мы все работаем в команде, и никто нас не подводит. Настроение отличное. Наша команда прошла. Ну, вот так сказать.
не в отборочный тур, но дальше прошла. Будем болеть. Эмоций много, впечатлений тоже. Ждем результаты. Вот. Находимся в предвкушении. В принципе, все понравилось. Мы уже не первый раз сюда приезжаем. Вот. Ну и, в принципе, очень довольны, как выступили. Вот. Как вам вообще публика? Очень хорошо все поддерживают, прям чувствуется энергия, то, что зал отдает, и прям приятно танцевать. Вот, прям очень понравилось мне Уральске. Очень волнительно, была большая работа, подготовка. Пока обдумываем, но получили огромное удовольствие. Спасибо организаторам конкурса, что проводят для всех категорий, в том числе возрастных. Нам очень приятно. Немного есть площадок, где можно показать себя. Именно в нашей категории латиноамериканских танцев сеньоры. Да, мы у вас второй раз. В прошлом году мы, конечно, здесь были вообще шокированы тем, что происходит. Я думаю, девочки, кто первый раз, то же самое испытали, да? То есть на таком уровне и в нашей возрастной категории для нас это, ну, даже какая-то победа над собой, что ли. В нашем городе не проводится, насколько мы знаем, таких конкурсов, поэтому с удовольствием второй год приезжаем. И в дальнейшем, я думаю, может быть, с удовольствием будем участвовать. Да. Нравится, классно, Вадя. Публика просто огонь. Все очень хорошо, паркет хороший, соперники тоже, очень интересно с ними соревноваться. Мы были очень рады, что мы сюда приехали, что мы выступили. Наши тренера тоже нами довольны, так же, как и мы. Ощущения прекрасные, честно. Очень рады. У нас младшая группа, средняя группа, и вот мы старшая. Приятно, что в этом году мы в роли старшей группы. Впечатления только положительные и радостные. Очень понравилось выступать. Хороший паркет. Вот, выступили и как бы чувствуем, что заняли хорошее призовое место. Все было круто, все понравилось. Нам даже сказали, что нам скинут фотки. Нас очень тепло приняли. Да, хорошо. И зал был очень красиво украшен. Все очень понравилось. Атмосфера здесь восхитительная. И все супер, все понравилось. На гала-концерте, который начался в 6 вечера, с трудом можно было найти места в зрительском зале. За 5 лет межрегиональный конкурс набрал большую популярность у горожан, не оставив никого равнодушным. Ведь бальные танцы – это грация, красота, эстетика и зажигательные ритмы. Dance, everybody, make it hot.
По итогам конкурса Гран-при завоевал народный коллектив любительского художественного творчества, клуб спортивного танца «Элем», город Верхняя Пышма, студия спортивного бального танца «Дебют» и клуб любителей бального танца «Диполиклуб» города Новоуральска удостоился специального диплома жюри. Также «Дебют» стали лауреатами возрастной категории 10-11 лет в двух номинациях и смешанной возрастной группе номинации «Ансамбль». Клуб любителей бального танца «Диполиклуб» стал лауреатом возрастной категории 35 лет и старше, номинация «Малые формы». Со званиями лауреатов также в этом году уехали и коллективы Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Каменско-Уральского, Кушвы, Челябинска, Октябрьского, Краснокамска, предварительно станцевав на арене концертно-спортивного комплекса свои победные танцы. Итак, пятый межрегиональный конкурс бальных танцев завершен. Он объединил почти 500 танцоров со всей страны, а это более 20 коллективов и около сотни номеров. Мы с нетерпением будем ждать следующей весны и следующего 6-го по счету конкурса ансамблей бальных танцев. А всем участникам новых творческих идей и новых побед!